А ты знаешь, что сегодня тебя ожидает, Никось? Ника, Ник, Ник, поди сюда. Иди расскажу, что. Куда мы едем, Никось? Расскажи, мама, куда мы едем? Ушки фраковать. Не надо всем недовольством на камеру показывать, что ты не хочешь. Я хочу. Ты же у нас блогер. Блогеры всегда должны хорошо выглядеть, Ник. Специальным пистолетиком проколет ушко. В пистолетике сразу будет сережечка. Она хоп, и сережечка станет в ушко. Да, вот такие ботиночки у тебя. Такие ботиночки классные. Да? Да ладно. Сейчас поедем на такси, да? Нажми на скорость. А далеко машина? 3 минуты. Ника, мы едем. Мы едем, едем, едем. Папа, как твой настрой? А, снежок какой. Давай, ставь, я обойду. Давай. Здравствуйте. Ну что, какие ну что? Сирененькие? Давай сирененькие. Никось. Ну, ничего не хочу, да? Да? Перчаточки. Да? Что буду делать, скажи, что буду делать? Зачем меня привезли сюда? Так. А будем тебя одевать? Дать тебе ее подержать? Нет? Захочешь, смотри, какая? Такое. Вот такое. Так, да, теперь надо сделать ровненько красотулечку мою. Да? Туда мы потом пойдем. Давай, штучка. Интересно, как она разбирается. Смотри, какая штучка. Не дергайся, не дергайся. Смотрим. Чай. Давай. Подойдите, посмотрите. Посмотри ты. Смотри, не. Ку-ку. 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 Снимать? Одень маску, скажи, мама. Да? Ку-ку. Вы ее не держите, ничего, потому что будете ее держать, она будет сопротивляться. Она и так сопротивляется. Ничего эта тетя тебе не сделает. Давай, вот так я тебя закрою, чтобы не было видно, что она там делает, да? Она там делает. Массажушка делает. Сейчас чуть-чуть. Комарик укусит тебя, маленький такой. Пим. Пим, комарик, да? Вот так, хопачки. Иди, мое солнышко. Моя смелая Никулечка.
Опачки. Пойдем картины смотреть. Пойдем картины смотреть. Пойдем картины смотреть. Ты потом тете еще спасибо скажешь. Да? Да? Скажи, ой, ой, все. Смотри, смотри какие. Да, да, да. Какие у нас сережечки красивые, да, дочь? Какие красивые. Покажи. О, вот такие, скажи. Вот такие. А помаши всем. Помаши. Помаши. Приехали мы, да, Никось, вернулись. Давай дома мы покажем всем. У кого такие сережки, а? У кого такие сережки красивые? Позвони бабушке, расскажи, что. Позвони, да, бабушке, расскажи. Смотрите, какая красивая, да? Да. Итак, ребята, вот такая поездка у нас получилась. Да, Ник? Вот так вот мы съездили, прокололи ушки. Мой маленький герой. Вот такие вот у нас гвоздики стоят. Теперь да, медицинские нужно... у нас гвоздики стоят. Будем ждать, как будет заживать. Будем обрабатывать каждый день, да? Вот. Всем спасибо, что смотрели нас. Обязательно подписывайтесь не только на Ютубе. Мы в ТикТоке также и в Инстаграме. Всех ждем к нам в гости. Все, всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, да, вот, пока-пока.